На перекрестке Северная Карла Маркса с сегодняшнего дня запущено круговое движение. Соответствующие знаки были установлены заранее, разметку нанесли этой ночью. Сейчас на перекрестке этих улиц дежурит регулировщик, который помогает сориентироваться водителям. В адрес департамента неоднократно поступали устное обращение, письменное обращение по вопросу организации дорожного движения на данном перекрестке в связи с затрудненным выполнением левого поворота. В настоящее время сотрудники госинспекции осуществляются непосредственно регулирование, то есть штрафовать за нарушение правил дорожного движения не планируется, будет осуществляться только непосредственно регулировка. Решение о создании на этом участке кольцевого перекрестка было принято на рабочей группе по организации дорожного движения, в состав которой входят городские власти, сотрудники ГИБДД, эксперты ВГУ и общественники. Поводом стала необходимость разгрузить дорогу. Из-за интенсивного движения здесь действительно затруднены повороты налево. Результатом этого были аварии. За прошедший год на этом участке пострадало 4 человека. Чтобы устранить пересечение транспортных потоков, и ввели кольцо. Добавим, по мнению экспертов, перекрестки с круговым движением дают возможность существенно увеличить пропускную способность участка дороги. То есть исключается ситуация «красный для всех», как, например, это может быть на перекрестке со светофорным регулированием. В числе плюсов и достаточно высокий уровень безопасности движения. Водители сбрасывают скорость перед круговой развилкой, что уменьшает число ДТП. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда РФ.